Согласно современным представлениям, Вселенная образовалась в результате так называемого Большого Взрыва 13,8 миллиарда лет тому назад. И у многих возникает вполне логичный вопрос. Где же располагался эпицентр этого самого взрыва? То есть где в современном космосе находится та точка, из которой начался разлет материи Вселенной? На самом деле, такая постановка вопроса не совсем корректна и даже совсем некорректна. Но уж если его задавать, то ответ может прозвучать парадоксально. Вы, мой дорогой зритель, вполне можете считать, что центр Вселенной находится в том самом месте, из которого вы сейчас смотрите это видео. Однако при этом вам придется смириться с тем, что другой зритель этого видео может считать эпицентром Большого Взрыва место, где находится он сам. Точно так же, как можно считать центром Вселенной Проксиму Центавра, центр галактики Андромеда или любую другую точку космического пространства, и это тоже будет в общем и целом правильно. Дело в том, что сам по себе термин «большой взрыв» очень неудачный и создает у слышащих его совершенно неправильное впечатление о том, как было дело на самом деле. Когда мы слышим «большой взрыв», мы представляем себе рождение Вселенной как некое множество разлетающихся из какой-то точки осколков. Но дело в том, что на самом деле в ходе Большого Взрыва происходил не столько разлет вещества в каком-то пространстве, сколько расширение, как бы развертывание этого самого пространства. Расширение Вселенной в процессе Большого Взрыва больше похоже на увеличение расстояния между точками на воздушном шарике в результате его раздувания. То есть сами эти точки, строго говоря, вообще никуда не движутся, а изменяется и увеличивается в размерах, разделяющее их пространство. При этом каждая точка как бы удаляется от любой другой, оставаясь неподвижной. По сути, тот же процесс происходил и продолжает происходить и в нашей Вселенной. Только расширяющееся пространство не двумерное, как поверхность пленки шарика, а трехмерное. Ну а само надувание, соответственно, происходит как минимум в четырех измерениях. Многомерный воздушный шарик нашей Вселенной в момент начала надувания, то есть в момент Большого Взрыва, имел, как считается, бесконечно малый объем. То есть все точки пространства современной Вселенной находились в одной и той же точке многомерного пространства. И расстояние между ними, соответственно, было равно нулю. То есть все они находились в центре Вселенной просто потому, что ничего кроме этого самого центра в ней еще не существовало. Ну а потом случился большой взрыв, шарик Вселенной стал надуваться и появилось понятие пространства и времени. Образующееся пространство создало понятие расстояния между точками, которое все время росло. То есть точки, как и в случае с воздушным шариком, начали удаляться друг от друга при том, что сами по себе могли быть неподвижными. Причем Вселенная расширялась во все стороны и из всех точек пространства одновременно. Именно по этой причине на различных картах и атласах окружающей Вселенной астрономы по традиции располагают в ее центре Землю, а точнее Солнечную систему. Собственно, эта точка с физической точки зрения так же хороша, как и любая другая, ну а нам так воспринимать информацию проще. Ну, почему бы тогда так и не поступить? В целом, отсутствие во Вселенной каких-то особых точек, вроде центра или чего-то еще, а значит и особых направлений, вроде направлений от нас к этому центру, считается фундаментальным свойством нашего мира. И, по сути, вся наша физика построена исходя из того, что наш мир именно такой. В частности, закон сохранения импульса, то есть количество движения, является прямым следствием однородности пространства. А отсутствие в пространстве избранных направлений порождает закон сохранения момента импульса, то есть количества вращений. Вообще, все известные нам законы сохранения порождены некими симметриями нашей Вселенной. Но об этом мы подробнее поговорим как-нибудь в другой раз. Так что подписывайтесь на канал, чтобы точно не пропустить что-нибудь интересное.